эта война, российско-украинская война, должна, безусловно, закончиться полностью восстановлением территориальной целостности Украины. Все иные форматы, они чреваты постоянной угрозой и постоянными нападениями России на Украину. Конечно, военных действий не избежать, но они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут непосредственно угрожать, собственно, освобождению Крыма. Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы современные, которые Россия сейчас установила по периметру северной части Крыма, калибры и другие ракеты. И объектами прямого нападения будут военные корабли Черноморского флота. Мне представляется, что, собственно, таких активных, ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова удастся избежать. Керченский мост должен быть уничтожен, в этом никакого сомнения нет. Это сооружение построено абсолютно незаконно, но дело сейчас не в незаконности построения, а то, что через мост, то есть по мосту через Керченский пролив осуществляется переброска военной техники, военного снаряжения на территорию оккупированного Крымского полуострова. И, собственно, мост является главным, наверное, таким механизмом, позволяющим России сохранять усиленное военное присутствие на территории оккупированного Крыма и оттуда наносить удары по материковой части Украины. И поэтому снесение моста является обязательным условием для того, чтобы приблизить освобождение Украины в целом, ну и Крыма в частности. Это военная необходимость в первую очередь. Москва не будет уходить добровольно из этих территорий, она не даст такую команду. Бешеные собаки не подлежат излечению. И их следует убить, чтобы они не заразили других, в том числе людей. Вот в случае с Путиным мы должны исходить вот из этого необходимости. Со стороны России и непосредственно Путина перейдены все возможные линии и возвращение обратно к чему-то просто не может состояться. Я сейчас говорю о сохранении или несохранении лица. Собственно, Путин сам себя приговорил к уничтожению. Само по себе действие по уничтожению Путина просто длится по времени, поскольку он скрывается за потенциалом российской армии. Что касается возможности применения ядерного оружия, в случае, если Украина и ее партнеры будут исходить из того, что война должна закончиться полностью восстановлением территориальной целостности Украины, если на этот шантаж поддаться, то сразу возникают вопросы, а какие могут быть следующие требования или ультиматумы, на которые мир должен будет соглашаться, чтобы избежать ядерной войны. Вот в том-то и сегодня состоит ответственность международного сообщества, чтобы никому никогда не было повадно шантажировать мир ядерной войной.
ядерным оружием. И начинать вот решение этой задачи надо с Москвы, с Путина, с России. Они должны найти такие механизмы и формы, чтобы не только не выполнять этот ультиматум, но и исключить возможность такого нападения, если эта бешеная собака все-таки отвяжется. Ну, а при этом надо подумать о том, как устранить эту бешеную собаку. У меня очень много человеческих трагедий проходит через меня, и сотнями они прошли вот буквально с 25 февраля, наверное, когда люди начали обращаться с тем, чтобы им помогли спасти свою жизнь и жизнь своих детей. Есть ситуация, когда мы и сегодня не можем помочь. Вот можете себе представить, когда человек умирает от тяжелой болезни на территории, на оккупированной территории, и мы можем его в Киеве спасти, но мы не можем его оттуда эвакуировать, потому что все закрыто и блокировано там, где он живет. У нас умирал военнослужащий, крымский татарин, уже в оккупированном городе под присмотром российских конвоиров, представили там. Он был один из немногих, который в числе бойцов подразделения территориальной обороны в прямом смысле начал защищать свой город. Его тяжело ранили. Этот человек был старшего возраста. Он был солдатом в 2014-2015 годах. И ему сделали операцию, мы каждый день сопровождали все необходимые, участие врачей, лекарства, но он умер. И мы не смогли его достойно похоронить, потому что это оккупированный город, и он до сих пор оккупирован. Таких очень много моментов, и я ни один из них особо выделить не могу. Иногда бывают такие, буквально вчера мы привезли мальчика 12 лет из Турции, чтобы он завтра похоронил своего отца. Настолько тотален контроль спецслужб России в оккупированном Крыму, и настолько глубоко страх проник в души людей, что говорить о каких-то заметных явлениях после 24 февраля я бы не стал. Но, конечно, отдельные такие проявления, они очень резонансные, как, допустим, покраска дверей Евпаторийского исполкома. Они получают резонанс, но они не стали массовыми. Самый минимум, что должен сделать любой человек, который живет в Крыму, он не должен просто становиться на сторону зла. И в сегодняшних событиях зло настолько отчетливо проявилось, и носители этого зла, что сказать о том, что человеку очень трудно разобраться, где зло, а где, скажем, добро, если человек ставит под сомнение, и поэтому он, мол, ошибся, то это, конечно, уже обман и самообман. И все то, что делает сегодня Россия, и все те структуры, которые ей подчинены или являются частью ее, и все то, что делают оккупанты в Крыму, это зло. И поэтому человек должен максимально отдалиться от этого зла. Максимально, насколько это возможно, чтобы оставаться жить в Крыму. И тем более он не должен служить этому злу.